раз Севастополь запомнится мне вот таким вечерним, потому что гуляли мы здесь в основном уже после заката. Ну, а днем ездили либо в Херсонес, либо в Балаклаву на какие-то экскурсии. Но при всем при этом Севастополь, конечно, не запомнится мне темным. Он остается в моей памяти вот таким белым и светлым. Белые арки, белые перила, белые маршрутки, троллейбусы, телефонные будки и даже урны тоже белые. В отделке зданий использовали белый инкерманский камень, его добывают неподалеку. Архитектура здесь тоже в светлых тонах. Простите меня, белгородцы, но белый город для меня – это Севастополь. Именно таким я его запомнила и полюбила несколько лет назад, когда приезжала сюда впервые. Именно таким он встретил меня и во время этого отпуска. Легкий, изящный и с характером. За моей спиной кинотеатр «Победа», и что интересно, слово «кинотеатр» написано через дефис. Мне кажется, что это не ошибка, что это сделано намеренно, потому что, глядя на здание, действительно кажется, что это театр в первую очередь, и уже потом место, где показывают кино. Имя Севастополю дала Екатерина II, августейший императорский город. Такое значение оно имеет. Удивитесь, но по площади Севастополь сравним с территорией Москвы в пределах МКАДа. Балаклава, Кача, Андреевка, Орловка – все они части районов огромного Севастополя. Кстати, стоимость билетов в маршрутках и на паромы одинаковая для всех направлений. Город-то один. И это, конечно, плюс, в том числе для туристов. А вот численность населения со столичной несравнима. В Черноморском мегаполисе живет всего чуть больше 400 тысяч человек. Севастополь строили как стратегически необходимый военный порт. Свою необходимость он подтвердил в войнах. И сейчас в бухтах стоят впечатляющие корабли и подводные лодки. Например, мы застали там Новороссийск. В Севастополе, как ни в одном другом городе, чувствуется, что такое патриотизм. Причем не как навязчивая идея, заключенная в словах, флагах или еще в чем-то, а как образ жизни, образ мышления. Вроде бы об этом в лоб никто ничего и не говорит. Но с какой гордостью люди рассказывают о своем городе, о его прошлом и настоящем. Ключевое здесь – неравнодушно. Патриотизм севастопольцев я ощущала на каком-то новом для меня уровне восприятия и поняла, что таким он и должен быть – негромким, но уверенным и непоколебимым. Во многих городах Центральной России, когда говорят о героическом прошлом, чаще всего имеют в виду время Великой Отечественной войны. В Севастополе туристы волей-неволей вспоминают и о других исторических событиях.
закладывались мешки с порохом, так называемые картузы. Все это, потом ядро закладывалось, все это плотно кожово запекалось. Вот было отверстие, сквозь это отверстие подносили запал, порох вспыхивал и пороховыми газами ядро выталкивалось. Панорама обороны Севастополя посвящена периоду Восточной или Крымской войны. На огромном полотне живописные рассказы о героях 1853-1856. Тогда Россия выясняла отношения с военным союзом Турции, Великобритании, Франции и Королевства Сардинии. Ничего нового. Классика жанра. Страны-участницы боролись за передел сфер влияния в Европе, на Кавказе, на Ближнем Востоке, в Передней и Малой Азии. Союзники намеревались уничтожить Черноморский флот и главную его базу – Севастополь. 349 дней город на южной окраине Российской империи отражал натиск сильнейших армий Европы. От батального искусства перейдем к современному. Гостиница, в которой мы жили, просто настоящая галерея. Арт-отель «Украина», совсем рядом с площадью Ушакова. В фойе выставлены картины художников, которые приезжали сюда на пленэр. Он ежегодный. Слушайте, в номер просто не дойти. Стены в коридорах тоже увешаны живописными полотнами. Мы выбрали самый дешевый номер, но он приятно удивил, потому что за такую цену мы получили практически 3 комнаты. Ну, условно, конечно, потому что разделены эти комнаты, вот, ну, просто зоны выделены. Но, тем не менее, это смотрится очень симпатично и приятно здесь находиться. Ну, пойдемте посмотрим. Здесь у нас вот такие вазочки, что меня очень радует. Особенно меня радуют картины, которые украшают стены. Это не просто какие-то репродукции или фотографии, это настоящая картина, там видны крупные мазки художника. Здесь у нас вот есть кресло, которое, судя по всему, раскладывается и может служить дополнительным спальным местом, если, например, муж будет себя плохо вести. И вот здесь таким образом выделена спальня, достаточно большая, правда, есть у нее минус для двухместного размещения, это все-таки 2 отдельные кровати и 2 отдельных матраса, между ними в любом случае есть щель. Что еще из плюсов нашего номера? У нас даже есть в нашем маленьком стандарте, самом дешевом в этой гостинице, есть, ну, такое небольшое рабочее место, стул, лампа настольная. Ну да, коньяк-коктебель там стоит, но это не наш, он там стоял. Балкончик, конечно, здесь весьма условный. Если посмотреть вперед, то даже немножко страшновато на нем стоять. Но, тем не менее, он есть, и отсюда можно посмотреть на город. Город, кстати, очень симпатичный, даже не в своей центральной части, потому что наши окна выходят все-таки не на центр Севастополя, а куда-то туда, в гору. Очень приятный номер, немножко стало прохладненько. Ну, все-таки октябрь на носу. И отсюда видно, что в нашем номере 2 огромных окна. Я очень люблю, когда в гостиницах, вообще в помещениях много света. И вот в этом плане, конечно, наш номер тоже, вот есть такое у него преимущество. Очень просторная ванная комната, есть все необходимое и даже ванная, не душевая кабинка, а ванная.
Вода работает, есть горячая, холодная, правда, здесь индивидуальные водонагреватели. И вот, ну, мы с мужем такие утята, нам не хватило горячей воды, мне пришлось уже купаться так частично прохладно. Ну, может быть, это повод задуматься о том, что все-таки надо экономить природные ресурсы. Есть полотенце, достаточно полотенец, на каждое полагается 3 полотенца. И, в общем, вот такая у нас здесь обстановочка. Арт-отель в полной мере оправдывает свое название. Это не просто слова, там действительно целая картинная галерея, причем и в фойе, и на этажах, и даже в номерах. Конечно, можно было бы вообще не уходить из гостиницы и любоваться живописными пейзажами, но как бы не были хороши картины, они не мое впечатление. А я хочу все увидеть сама и оставить в памяти свои личные картинки. Только они у меня будут еще и с шумом моря, с легким запахом водорослей после небольшого шторма и с бодростью утренней прогулки. А вот здесь нужно быть аккуратнее, потому что море волнуется, волны бьются о набережную. Вода просто загоняет меня чуть не на крыло. Вот такие получаются фонтаны, пены и брызги. В Севастополе осенью убирают не желтые листья, которые падают с деревьев, а водоросли, которые выбрасывает море на набережную. Здесь все вокруг с зелененькими штучками. Севастополь из тех городов, куда можно приехать без определенных целей, просто погулять, как в Петербурге, например. А развлечения и интересные места найдут туристы сами. Мы не смогли пройти мимо дельфинария, он прямо на набережной, под открытым небом, между прочим. Плюс посещение таких мест осенью, в конце сентября, в том, что за 3 минуты до начала представления мы покупаем билеты на втором ряду, буквально в самом центре, самые лучшие места. А еще здесь есть лебеди. Шоу началось еще до появления основных артистов. Ведро с рыбой не осталось незамеченным. Как голуби слетаются, когда кто-то бросает хлеб, так тут чайки набросились на легкую добычу. Дегустация состоялась? Ну, конечно, мало. Я могу тебя понять. Самый легендарный, да, на берегу Черного моря. Там чайки воруют рыбу. В этой труппе есть коренной севастополец. Сёма родился здесь, в дельфинарии. Это удивительное событие случилось около 3 лет назад. Дельфины редко размножаются в неволе. Наоборот, они могут впадать в депрессию и даже погибнуть от тоски. Сёма, получается, не просто плод любви, но и свидетельство того, что в очищенной морской воде и под открытым небом здесь этой семье не так уж и плохо. Дельфинарий, как и зоопарки, это не просто животные в заперти или нечто на потеху публики, а своеобразные научные центры. Например, севастопольский дельфинарий участвует в программе «Море кит». Он занимается мониторингом, реабилитацией и спасением малых китообразных Черного моря. Центр оказания помощи больным и раненым дельфинам помогает этим млекопитающим выжить, когда они попадают в неприятности. Но все это за кадром, а в кадре потрясающие трюки, которые с такой легкостью выполняют удивительные обитатели морей. Причем они делают это не только по команде тренера, как выяснилось. Вот шоу уже закончилось, но дельфины за моей спиной продолжают кружить в вальсе. Самый лучший дельфин
кулинарии, это, конечно, на берегу моря, где летают чайки, видно, как ходят корабли. Я смотрю, что дельфины не успокаиваются, все уже расходятся, они все еще прыгают, что-то делают. Даже танцуют. В Севастополе придумали идеальное решение с лавочками. Они все обращены к морю. Здесь можно сидеть, наблюдая за волнами, за кораблями, наедине с ним. Никто не будет мешать, ты не видишь тех, кто сзади ходит, даже если очень людно. Удивительно, октябрь, а я гуляю без куртки. В Москве в это время уже и снег может пойти. А здесь, на набережной, продолжают работать кафе с террасами, выходящими к морю. Как же здорово сидеть, укрывшись пледом, смотреть вдаль и наблюдать, как огромные корабли проходят совсем рядом, следуя в порт. Монтирую ролик и будто снова оказываюсь там. И так хочется бросить все, купить билет и следующее утро провести на набережной в Севастополе. It's fine, it's fine.